Первая энергоэффективная смена «Вместе ярче» завершилась. Мурманские школьники теперь знают, почему надо гасить свет в комнате и отключать из розетки электроприборы. Ирина Ким подробнее. Торжественная церемония закрытия первой тематической энергоэффективной смены детского лагеря в Мурманске объединила школьников, ресурсников, экологов и педагогов. При летнем лагере ребята в игровой форме обучались тому, как вести образ жизни, не причиняющий вред природе. В течение 3 месяцев дети участвовали в тематических викторинах, мастер-классах и конкурсах. 125 наших школьников с 1 по 7 класс участвовали в этой программе. Они выслушали уроки экологические, уроки по энергоэффективности, побывали на экскурсиях у наших предприятий, которые занимаются производством тепла, электроэнергии. Я думаю, что теперь наши участники лагеря, школьники, самые, наверное, энергоэффективные люди в Мурманской области. По словам специалистов экологической организации «Белонна», современные дети с каждым годом становятся более сознательными. Сейчас даже первоклассники понимают, для чего нужно, к примеру, утилизировать батарейки или выключать воду, когда чистишь зубы. Самое главное – сформировать у молодого поколения так называемый энергоэффективный образ жизни. Мне понравилась очень эта экологическая смена. Мы много, очень много узнали, и мы многое помнили уже. В течение всей смены в лагере был организован конкурс «Новая жизнь старых вещей». Ребята мастерили полезные поделки из уже ненужных предметов быта. Авторов лучших идей наградили памятными призами.